Асен Петрович, одним из недавних праздников больших, которые отмечали у нас в городе, это был День Учителя. Скажите, работы по ремонту школ и каких-то школьных стадионов, они тоже будут продолжаться, вот этот осенний период? В этом году эти работы объемные, касаются и сферы непосредственно среднего образования и дошкольного образования. На сегодня те ассигнования, которые выделены городом в части финансирования по статье наукоградов, ассигнования 77 миллионов, которые выделены правительством Алтайского края, они в основном направлены в большей мере как раз на сферу образования. Планируем в этом году массово в школах произвести замену окон. Это, прежде всего, энергоэффективные мероприятия, которые направлены на снижение затратной части. Далее, проблемные школы, там, где у нас уже на протяжении многих лет протекали кровли. Последствия мы все с вами видели этой весной, когда страдали кабинеты, когда страдали спортивные залы. В этом году мы отремонтируем кровли 34-й школы, 17-й школы, кадетской школы, 9-й школы. Вот уже на 9-й и 34-й работы уже ведутся. И в этом году, наверное, особенность, часть средств будет направлена на приобретение мебели, на приобретение оборудования, компьютерного оборудования для наших средних школ. Асен Петрович, а как обстоят дела с ремонтом Дельфина? Тоже на многие горожане ждут запуска этого объекта. Там есть какие-то подвижки? Конечно. Ремонт кровли практически уже завершен. Остались последние штрихи. Отделочные, теперь мы можем приступить к отделочным работам. Процедура торгов, она уже запущена. В ближайшее время мы отторгуемся и выполним ремонт внутренних помещений. Спасибо большое. Хорошего вам рабочего дня.